Международный музыкальный фестиваль «Мир эпоха имена» достиг своего экватора. Накануне жители Заволжского района побывали на вечере джаза. В Доме культуры «Руслан» прошел концерт молодой исполнительницы Мари Карне под аккомпанементом джаз-ансамбля «Академик Бэнд». Мари Карне – выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, победительница и участница ряда российских и международных конкурсов исполнителей, среди которых телеконкурсы «Утренняя звезда», «Славянский базар» и «Голос». С ульяновскими музыкантами, по признанию певицы, они нашли общий язык с первого звука, а зрители очень хорошо разбираются в музыке. Джазовой программой приезжаю уже во второй раз. В прошлом году я приезжала с оркестром джазовой музыки имени Олега Лундстрема, а сегодня наконец-то наступил момент, когда я могу выступить с замечательным местным коллективом, это Академик Бэнд. Мне очень приятно работать с музыкантами такого уровня. И, конечно же, мы подготовили замечательную программу. Музыканты подготовили программу, в которую были включены как джазовые композиции, так и хиты Пола Маккартни и Джона Леннона. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.